Всем привет! Меня зовут Елена Голубцова, и я фудблогер. Сегодня мы с вами будем готовить. С вами телеканал РБК, и мы будем готовить то, что можно положить с собой в ланчбокс. Сегодня у нас с вами будет омлет, но это и не омлет, и не блин, то есть увидите. Это немножко такая загадка. Для начала нам нужно с вами разделить белки от желтков. Давайте. Все очень просто. Сейчас мы будем с вами взбалтывать желток. Просто вилкой. Немного соли. Белок мы с вами не взбалтываем, чтобы не было пены. И для удобства лучше перелить форму. И сейчас я сразу же сделаю начинку. И потом мы с вами пойдем жарить. Я беру ветчину. Кто что любит, можно ветчину не класть. Можно положить мясо, язык. Хоть что. Затем мы положим томаты черри. Кладем черри, потому что они, во-первых, небольшого размера, но они мне больше нравятся, они более сочные, чем обычные томаты. У нас есть пармезан натертый, и нам нужно еще натереть сыр. Я взяла обычный мраморный сыр. Можно брать любой твердый сыр, какой вам хочется, какой вы любите. Вы смотрите на глаз, сколько вам хочется, чтобы было начинки, потому что каждый любит по-своему. Кто-то любит побольше, кто-то любит поменьше. Выбирайте сами. Но у нас еще с вами обязательно будет зелень. Я считаю, что в микрозелени очень много крутых и вкусных элементов, особенно сейчас. И поэтому я всегда кладу микрозелень. А сейчас мы идем к плите собирать все ингредиенты. Наливаем масло, выливаем желток и делаем из него блин. Сейчас нам нужно нарезать наш блин. Сейчас нам нужно будет убрать полоски через одну. Где нет полоски, заливаем белок, чтобы у нас был полосатый омлет. Кладем начинку, насыпаем пармезанчик, мы кладем ветчину, наши черри и сверху еще сыр. Сейчас мы с вами будем заворачивать, потому что все уже готово. Наше блюдо готово, с вами была Елена Голубцова и рубрика Ланчбокс на РБК Пермь. Всем пока, до новых встреч!